Смотри, еще жаровня. И ты хочешь зажечь ее? Можно? Сын. Квейкья. Смотри, еще жаровня. И ты хочешь зажечь ее? Можно? Еще одна для коллекции.
Привет. На этом острове можно встретить только мертвых или оскверненных существ. Как это? Запустение, дитя. С каждой зимой оно становится все сильнее. Ты знаешь причину? Точно не знаю, но похоже, что прибытие мирового змея, а затем великий потоп, многие утонули, я в их числе. Вскоре появились ходячие мертвецы. Мы можем тебе помочь? Сын. Мне просто хотелось с кем-то поговорить. И это желание ты исполнил. Спасибо. Что я тебе говорил насчет твоей помощи? Что нельзя. Именно. Мы бы просто... Это не обсуждается. Ты должен идти к цели и уметь не отвлекаться на ненужное. Они могут быть полезны. Они что-то знают про озеро. И какая тут польза для нашей цели? Не спросим, не узнаем. И здесь мировой змей. Я же говорила, он большой. Историю расскажешь? Да. Короткую. Одного юношу поймали на воровстве и осудили на смерть. Мать навестила его в тюрьме. Она была доброй и любящей женщиной. Но вор пришел в ярость, увидев ее, и откусил ей ухо. Что? Почему? Потому что он всегда был вором. А мать только дарила ему любовь, но не учила отвечать за себя. Если бы он знал, что такое дисциплина, то прожил бы дольше. Да, но ухо – это не дело. Можно высадиться. Ooh!
Ну? Что «ну»? Жаровня. Как хочешь. Здесь есть на что посмотреть. Вот это находка. Эй, это фрагмент шифра. Нужно найти еще несколько таких. Пойди сюда. Слушаюсь. Квекия.
Отлично. Кто бы мог подумать, что я снова увижу такую драку. Чего тебе надо? Поблагодарить вас. Жнецы утопили меня много лет назад, и мне хотелось, чтобы они получили по заслугам. Ты погиб после наводнения? Да. Я пришел на озеро, чтобы ограбить храм Тюра, но я недооценил силу запустения. А других живых ты тут видел? Бородатого, с татуировками. Только тот, кто передо мной. Спасибо за то, что отомстили за меня. Бестолку. Ну, не могут же они все знать что-то полезное. Может, другой скажет что-то важное? Никогда не надейся на лучшее. От мертвецов толку мало. Откуда они берутся? Когда отсекаешь дух от плоти, срез не всегда бывает ровный. Ты уже встречал духов? Да, много. И каких? Назойливых. Историю расскажешь? Да, короткую. Одна крабиха однажды начала ругать своего сына. Она говорила ему, что он должен гордо шагать вперед, а не в бок, как он делал всегда. Но она ведь тоже краб. Он мог сказать: покажи, как идти прямо, и я пойду. Да, он так сказал. Вот и вся история. Понял. Go!
могу стрелять больше. Только скажи. Квейкья! Ну, попробовать стоило. Еще такие. Отлично. Эти я тоже не знаю, но они отличаются от других. Ух ты, я еще не видел такого огромного водопада. Другие знаешь? Еще одна. Есть история про лесоруба. Он попросил у лесных деревьев ветку для топорища. Деревья, чтобы сохранить свои ветви, дали ему молодое деревце. Лесоруб сделал топор, а когда вернулся, то срубил самые старые деревья в лесу. То, что деревья старые, не значит, что умные. Хочешь здесь высадиться? Сын. Еще одна карта сокровищ.
скажешь? Научись действовать. Быть наверняка. Сразись со мной, громовержец! Да, ловко. Ты поплатишься за то, что сделал! Боги глухи к твоим воплям, дух. Зря глотку дерешь. Не смейся над моей жаждой мести. Моя семья поклонялась Тору, а я решил его погубить. И я начну со статуи, что стоит над могилой моего отца. Не выйдет. Ты мертв. А мы можем тебе помочь? Конечно, не бесплатно. Повали эту статую, и я разрешу тебе порыться в могиле отца. Он упокоился на одном острове к востоку отсюда. За что ты ненавидишь Тора? После смерти отца мать поставила статую, чтобы она охраняла могилу. Представь себе наше удивление, когда сам Тор явился с соболезнованиями. Поначалу мы радовались, но он злоупотребил нашим гостеприимством. Мать умоляла его уйти, но Тор в пьяном кураже убил ее. У меня не осталось ничего, кроме горя. А потом я утратил его. И его заменил гнев. Я сочувствую. Идем. Нужно уничтожить статую. Еще одна для коллекции.
Мой отец похоронен на острове к востоку отсюда. Не спутайте статую Тора моей матери с уродством, которое стоит на юге. Тот, чью мать убил Тор? А что? Запомни его историю. Жизнь людей ничего не значит для богов. Знаю, отец. Знаешь. А понимаешь ли? Да. Хорошо. Другие знаешь? Хорошо. Однажды Скорпион захотел переплыть через реку. Зачем? Если станешь перебивать, я замолчу. Ладно, ладно. Скорпион обратился за помощью к жабе. Он сказал жабе, что вознаградит ее, если она перевезет его у себя на спине. Жаба испугалась, что Скорпион ее ужалит. Скорпион заверил, что не станет жалить ее, потому что тогда они утонут оба. Жаба согласилась, но на середине реки Скорпион ее ужалил. Жаба была смертельно ранена. Они оба ушли на дно и погибли. Печально. Зачем Скорпион так сделал? Скорпион причиняет вред. Такова его натура. А, мама именно так говорила про богов. Твоя мать всегда говорила правду. Хватит историй. Сын, сюда. Вейдергард. Южный форпост короля гнома. Короля гнома? Ты про такого слышал? Нет. Эй, Брок, ты слыхал о короле гноме? Это ты про кого? Про Мацагнира? Да, этот уродец когда-то правил местными жителями. Построил себе замок к северу отсюда. Гномий замок? Какой он? У тебя пара глаз и пара ног есть? Но перед дорогой советую запастись всем необходимым. Мацагнир собирает самых разных жутких тварей. Не знаю, кто теперь за ними присматривает. Брок. Ну, что еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю, ясно? Уступать ему клеймо я был не готов, он мне тоже. Вот и пришлось нам распилить клеймо ровно посередке. Это было последнее, о чем мы с ним договорились по-братски. Чего тебе? Обнимашек? Отвали. Прости. Ты часом не сталкивался с неопрятным мужиком твоего роста, который не чувствует боли и говорит как пьяный, хотя на самом деле просто тормоз? Не, ну а чего ты ожидал? Если б я хотел вести дела с асами, открылся б рядом с борделем. Или с бойцовой ямой. Или с бойцовым борделем. Он сказал асы? То есть боги? Нет. Настоятельно рекомендую смотреть в оба. По дорогам нынче рыскает двойная порция мертвяков и всякого недобитого сброда. Мы заметили. Не знаешь, откуда они все берутся? Может, сбежали из Хельхейма. Или Один опять что-то мутит. А может, заблудились, кто их знает. Спроси кого-нибудь из них сам, пока он тебе лицо отгрызать будет. Не так уж мне любопытно. Так и думал. Брок, ты знаешь что-нибудь про змея в озере?
Я знаю, что он здоровенный. А, ладно. Что вам на этот раз нужно? Что-нибудь для мальца? Что-нибудь еще? Что с ними случилось? А ты подумай. Ну, тут повсюду сажа. Они лежат кучей. Может, они прятались от кого-то огнедышащего? Но все равно погибли. Вперед! Отец, ты сильно ранен! Честь можешь? Слушаюсь. Вейда Даудар. Значит, преследующий смерть. Да уж. Сын. Ладно. Будь проклят, король-гном. Бич всех людей. Видать, король был не из лучших. Интересно, за что его так ненавидели? Они все мертвы. Какая разница? Да, просто любопытно. Любопытство опасно, сын. Оно отвлекает.
Как строят такие огромные статуи? Гномы – находчивые существа. Противные, но находчивые. Наверное, это очень важные гномы. Сын, ты помнишь, где бакборд и где штирборд? Ой, кажется, да. Погрузочный слева, а рулевой справа. Так? Не от тебя правый. По ходу движения бакборд будет слева, а штирборд... Рулевой справа. Точно! Я знал! Знал! Я вижу что-то внизу! Хочешь здесь высадиться? Вот и Тор. Где-то у него должно быть слабое место. Вот и Тор. Где-то у него должно быть слабое место. Yeah!
Нет, не бросай меня здесь! Yeah!
был долгий бой. Сделать это сам. Свергнуть Бога не так-то просто, сын. Знаю, шучу я. Это не предмет для шуток. Прости.